идут в тот мир, где душу травят и мертвы все, еще живя. Отдай, Отец, мое имение, я жить мечтаю вдалеке, ведь взрослым стал я. Без сомнения, я не люблю контроль везде, мне надоели поучения, твои советы не нужны. С тобой ведь жить неинтересно. Отдай, что мне принадлежит. Отец, волнуясь, собирает дорогу сына своего, а сердце сжалось и страдает, ведь сын уходит от него. В одно мгновение мелькнули все скорби, радости семьи. Он вспомнил, как сынок-малютка всегда бежал к его груди. Он говорил, что нет роднее на свете папы моего, и в поздний час или на рассвете бежал под папино крыло. А вот сейчас все изменилось. Казалось, сыну папа стар, идет не в ногу с этим миром, прогресс давно уже настал. Ему хотелось веселиться, а в доме этом скукота, ну сколько может это длиться, уйти хочу быстрее я. И вот конец, вот все свершилось. Отец бесспорно сыну дал, на чем семья его трудилась, и сына он не упрекал. Какая сладкая свобода, какое сладкое вино, друзей, подруг вокруг, так много и развлечения полно. Но вот беда пришла мгновенно, и блудный сын не понимал, ведь с ним случилось непременно все то, чего не ожидал. Вначале у него не стало всего богатства от отца. Куда-то быстро подевались все те прекрасные друзья. И здесь, откуда ни возьмись, а пришел на землю голоду. Никто не думал с ним делиться ни в чем, о чем имел нужду. Он начал поиски работы. И здесь почувствовал опять, что не хватает той заботы, о чьей пришлось ему бежать. Но гордо сердце не давало, и дальше в бездну повлекла, принять решение помешала и за собой увела. Нашел, как кажется, работу и думал, вот мне повезло, пасти свиней его заботы. Хотелось есть, аж все свело. Рожками свиньи те питались, и им пастух был тоже рад, и руки их поднять пытались. Но он испытывал там страх. Страх от того, что поругают. Страх от того, что не дадут. Ведь быстро воров прогоняют на место, их других там ждут. И с каждым днем все тяжелее. Теряет силу все быстрее, стремится ближе он к могиле. И вот почти он у дверей. Но вдруг, как молния, сознание пробило с головы до ног. Ведь в доме отчим нет страдания, там слуги все имеют кров, они имеют пропитание, стабильно в жизни их не все, а я измучен от страдания, и здесь не смог сдержать он слез. Но как к отцу смогу вернуться? Я протранжирил просто все, успел я в бездну окунуться, и тело потом обнесло. Но тут решение мелькнуло. Я недостоин сыном быть, проситься, слугой проситься буду сильно, и буду верно я служить. Решил, пошел, его дорога, как сильно хочется воды, ведь он ушел совсем далеко и не имел запас еды. Но шаг за шагом, продвигаясь, на горизонте увидал, отца владения расширялись. О, как же он устал! А там седой, изнеможенный идет в ту сторону, смотрел в ту сторону отец, куда ушел его сыночек, его сынок, его беглец. Он много там стоял, молился и плакал горько каждый час. С решением сына не смирился, молясь о блудном всякий раз. Но вот, о чудо, с горизонта заметил любящий отец, идет травинка, и побежал он, как юнец. Навстречу сыночку, быстро приближаясь, на шею пал и целовал, а сердце кровью обливалось, ведь он родного долго ждал.
заблудший сын весь запинаясь, изнемогаясь от пути, я недостоин, сознаваясь назваться сыном. Ты прости, прими меня хотя б слугою, я буду верно угождать. Но вдруг он слышит: что с тобою? Ты сыном будешь мне опять. Рабы, скорее принесите одежду лучшую ему и перстень дайте непременно, ведь будет пир, я вам скажу. Вы приведите поскорей из стада лучшего тельца. Устроим пир мы и веселье, а жил мой сын, нет мертвеца. О, милый друг, проверь сегодня, на скользком ли стоишь пути. Бог ждет тебя, а ты не бойся, к нему скорее ты иди. Не жди смертельного момента, но побыстрее ко Христу иди, чтоб встретил тебя верный, отдайся полностью Отцу. И ты увидишь непременно, как встретит Он тебя, любя, и даст тебе усыновление, ведет в обители Отца. Аминь.